Всем привет, с вами Прия. Пришло время зайти в Warcraft ради вскрытия сундучков. Дело это весьма интересное, рандомное и занимательное. Ну что ж, начнем. Начну с фара и пойду сразу же вниз по цепочке. А вот этого я не ожидал. Почему оно вылетело? Ага. И лут, который я якобы успел вскрыть с сундука, он пришел мне по почте. Хорошо, что у меня есть оруженосец. Окей. Так даже интереснее. Next критом. Ненужный. Окей. Идем дальше. А далее рыцарь смерти. Может быть, упадет что-то полезненькое по типу релика или еще чего-либо. Хотя весь этот шмот, нужен ли он? Хороший вопрос, если честно. Очень хороший. Я думаю, что получать его таким способом весьма непроблематично, и поэтому можно и попытаться что-либо полезное вытаскивать. Окей, еще одна вещичка на продажу. Что у нас в текущий момент по модификаторам? Надо бы глянуть. Обзрывной, упрямый и тиранический. Окей, усиленные боссы по ХП, трэш, взрывающийся и вешающий дебаф, как капли Элгенота в мифике, тикающий раз в 2 секунды, ну и уменьшение агро. Больших пулов особо не сделать из-за взрывного, но в целом неплохо. А для паладина, как всегда, наверное, упадет бижутерия. Хм. Какое-нибудь колечко. Необычное, золотое, 985-е, скорее всего. Да. А еще легендарка сверху упадет. 100%. А может, и не упадет. В любом случае, сейчас все видно будет. Сколько я вскрываю на нем недельные сундуки, да и на друиде. Хоть особо я и рейдингом на них не занимаюсь, но до сих пор на них нету всех легендарок. Увы, закрытие одного инста в неделю, убийство одного босса в неделю в виде Аргуса ради апа триньки, второстепенной триньки, уже не особо-то приносят большое количество легендарных вещей. Что это пояс? То быть такого не может, чтобы мне упала какая-то другая вещь, кроме бижутерии на паладина. Окей, но это пояс на улучшение. Идем дальше. Дальше друид. Я не знаю, что друиду лутануть с целью увеличения его эквипа, с целью увеличения его стат, потому что весь его шмот, собранный на него, это лут с миф-плюсов, именно с недельных сундуков. То есть там вещи 960-го, 965-го итем-левела и выше. Даже тринкет есть, рог доблести 980-й, который некоторым дамагерам весьма неплох. Поэтому чаще всего в текущий момент падают вещи, которые просто-напросто уходят на распыление, увы. Хотя, может, сейчас повезет. Все возможно. Только если эта изумрудная роща снова загрузится. И после этого она сразу загружается. Магия. Окей. Что это? Это шапка 965, которая идет на диз.
А, да, и надо КДшечку в партняшке сделать. Отрез волшебной ткани. Все, можно идти дальше. А дальше... Рестор шаман. Хочу релик. Релики мне давно не падали. Лишним у нас точно не будет, особенно какой-нибудь прокнутый. Что это? А, это запястья бесполезные. У меня с такими же статами, только в разном приоритете. Окей, дизайн. Ну и ластовый демон хантер. Посмотрим, что упадет ему. Может быть, там будут какие-то классные перчатки. Может быть, какой-нибудь классный релик. Но в любом случае это не предугадать. Увы. Поехали. А, это плащ 970-й. Зачем он мне? Ну, что-нибудь можно придумать с ним на самом деле. Вот только что? Не знаю. Ну да ладно. Надо будет выделить время и закрыть недельные сундучки, 15-е. Ну а пока что Диабло. Следует отдохнуть перед выходом припатча Battle for Azeroth, ну и самого дополнения. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. До скорого.